Смотри, какой здоровый Ваня. Вау, это какой-то детский рай. Самый большой аквапарк в регионе. Нас опять остановили. Kids Club, Альба. О, меня это радует. Это, наверное, детский рай. Что это? It's free? Ваня, хочешь конфетку? Выбирай любую. Вау. Посмотрите. Мы только приехали, 8:30 утра, и нам уже одевают ремешки. Вот это сервис. Вот это сервис. Это вам не какой-то там что-то там. Все серьезно. Джангл аквапарк. Ваня, как тебе? Класс, мое солнышко. Thank you very much. Нам дали карту Неверленда. Это как карта сокровищ, друзья. Нам нужно найти какие-то здесь сокровища. А сокровища, наверное, вот здесь, да? Мы здесь будем искать свой номер. Это Лейла, да? Лейла. Можно, кстати, сразу скажу, пользоваться территорией этих двух отелей. Не только территорией, но и питаться там в ресторанах, барах. Все как бы включено. Как будто это наш один да, отель, это правильно? Это одна территория, да. Ну, как бы два отеля. Отличаются они только... Ну, понятно, что здесь... Немножко другая концепция и номерной фон. Запах ты слышишь, да? Да. И вот в каждом пик Альбатросе... Свой запах? Не свой, а такой же. А, одинаковый. Да, люди, когда приезжают, у них сразу уже, да, ассоциации. Правда. А там воспоминания мы какие-то. Первый раз в жизни в Альбатросе. Поэтому, и мы сразу решили вот... Да, это наш первый Альбатрос. В аквапарк. Да. Сразу... Вот это, да, интересно, так они придумали с этими конфетами. Надо такой там... welcome drink, да, у них такой? Да. Конфеты. Там какой-то, тоже можно кофе выпить. Здесь вот такой кролик читает что-то. Даже отсюда уже видно, друзья, смотрите, это миллионы горок. Ваня, здесь... 32 бассейна на территории, которыми мы можем пользоваться. 262 тысячи... У меня просто опасение, что мы не обойдем этот отель квадратных за... метров. Даже за двое суток. Мы его никогда в жизни не обойдем, даже за неделю, мне кажется. Но мы постараемся, мы будем бегать. Я не знаю, куда здесь можно будет Ваньке. Даже вот этого, мне кажется, будет достаточно. Вот, но вот это еще малая часть, потому что вот там, где надпись Neverland, там новый аквапарк. Вот, видите, там Neverland и там новый аквапарк. Вань, ну как тебе? Это его открыли в 2022 году, ну, 2 года назад. Все будет. И вообще, мы посмотрели свежих обзоров, ну, на новый Neverland очень мало. Просто... У вас будет свежайший обзор сегодня, вот, начало октября 2024 года, и мы будем это все дело снимать. Так, вот-вот-вот, мы идем пока на завтрак. По цене сразу скажем, не будем затягивать. Мы бронировали этот отель через свою программу. Мы как турагенты, туроператор Join Up на сутки, это начало октября, за $136. Я вам так скажу, мы проверяли по букингу, мы проверяли по всем вот этим вот площадкам, где можно забронировать этот отель. Цена в среднем $300. На букинге было 350. То есть разница почти в 3 раза. Друзья, у нас появился свой личный сайт по экскурсиям. Я оставлю ссылку в описании. Называется voyagego.online. Можете проходить туда и бронировать экскурсии в Египет, Турция. Скоро будет больше стран по экскурсиям, и скоро еще появятся также туры авторские по Грузии. Ну а пока вот Египет и Турция. Сюда можно приехать на day use, то есть на один день с 10 до 5 вечера, пользоваться тоже аквапарком, территорией, включено, ну, обед включен и безалкогольные напитки. И это будет стоить $50 на взрослого и 25 на ребенка, те же деньги, что мы отдали. Понятно, да? $125, если мы просто приедем в аквапарк. А мы приехали с номером, full, все включено,
и это $136. Но эта цена может меняться. Вот она, смотрели мы, опять же, в своей программе на конец середину октября. Октября или на конец? На конец октября на конец... этот отель в два раза дороже. То есть он уже будет в два раза дороже? Ну, потому что начинаются детские каникулы, ну, да, детские и каникулы. Египтяне это прекрасно знают. Здесь есть один минус в этом отеле. Сразу скажем, море – это не первая линия, даже не вторая. Считается третья линия. На море нужно ездить на автобусах. Но мы не ради моря сюда приехали. Мы живем уже второй год на этом море, поэтому... Ух ты, детские столики, да? Такое сюда. Да, отдельный туалет детский. Вот такие маленькие умывальнички. Да. Вот. А где детский писсуар? Вы мне подскажите, пожалуйста. Тут только взрослые писсуары. Итак, друзья. Мы начинаем вам обзор. Это один из немногих ресторанов в отеле. Мы сюда пришли на завтрак. Будем ходить каждый раз в новый ресторан и все показывать. Ну, конечно же, очень похожая еда, но в каждом ресторане есть свои особенности. Ну, мы пришли сейчас на завтрак. Самый ближайший для от ресепшена ресторан. С чего у нас все начинается? Вафли и блинчики. Кейки, да? Да. Ну, здесь видишь, какие есть. Давайте посмотрим. Джем, нутелла. Джемы, это что такое? Черный разные, мел? Разные, ну, понятно. Начинки. Тут ты ничем не удивишь. Бобы, какие-то помидоры с сыром. Что это? Тост французский. Болтунья. Вот, болтунья яичница. Смотрите, раз. Это у нас бобы. Какие-то приправы. Колбаса, говядина. Есть. Это что это такое? Жареная картошка, друзья. Куриная колбаса. Вот так вот. Так, Юля, ты встала в очередь? Да. Зачем? За яичницей. Людей здесь немного, потому что все по разным ресторанам расходятся. Да, рассосались просто. Как они здесь интересно делают. Вау. Здесь тоже делают омлеты. Какие-то чипсы. Глютен-фри. Смотрите, без глютена. Сыры. Фета, сыры. Масла. Натуральные йогурты. Натуральные, друзья, йогурты, фрукты, режут дыньки. Hello. Hello. Яблоки есть, это уже признак хорошего отеля. Сливы, еще яблоки. И, ну, кстати, детокс вотер, я не знаю, что... А, детокс, понятно, да, вот такая. И, ребятки, самое интересное, что меня здесь поразило. Orange juice. Натуральные фреш. It's natural. Natural. Да, смотрите. Давят вам апельсиновый сок. Ничего себе. И вот здесь его наливают. Можно попить вот натуральный апельсиновый сок. Здесь сок из дыни. Здесь томатный. И опять же оранж. Да, и там оранж. Окей, идем дальше. Молоко. Можно такие сухие завтраки выбрать. Любые хлопья. Хлопья любые просто. Какие хочешь. Подушечки там, колечки какие-то там, шарики. И пошли вот колбасы. Колбасы. Это похоже на хорошую салями, которую мы покупаем в Омла-маркете в Египте. Ну, похоже, я попробую. Но если это она, то это классно, потому что, ну, обычно мы колбасы не кушаем. Вот, посмотрите, какая рыба копченая. Здесь что-то. Да здесь вообще, что это? Копченая селедь, филе копченой селеди. Булки. Здесь булки. И здесь булки. Хлеб. Так. Здесь пекут египетский хлеб, лаваш. Вот там. Вот так вот. Ну, понятно. Кола Фанта. И здесь, кстати, делают натуральный кофе. Кофемашина. Можно попросить. Ну и вода. Ну что, ребят, напишите, как вам завтрак. Такого мы еще не встречали в отелях. Чтобы натуральный сок, вот, бесплатно. Вот так, бери сколько хочешь. Короче, ставьте лайк, а давайте я хоть себе наберу что-то покушать. Юля, как тебе завтрак? Завтрак очень хороший. Мне нравится, что есть фреш. Кстати, надо взять, да. И есть колбаса такая, знаете, не...
розовая египетская. Ну, это тоже египетская, но солями. Она редко бывает. Ну, я бывает. Сказал, мы такую берем обычно. Вот так. Да, но только поменьше. Она редко бывает. А также я заказала капучино американо. Вот нам сейчас несут, наверное. И здесь натуральный кофе делают. И вообще в Альбатросе очень хороший кофе. Вот, смотрите. Hello. Привет. Привет. Как дела? Супер. Хорошо? Yes. Дети здесь есть. Смотрите, вот же бегают тут прямо вот с этими, со слюнявчиками. Ваня куда-то побежал, он уже сидит на Марио. Все, отлично. Это наш отель, мне кажется. Да. Потому что здесь рай для детей. Кофе надо контролировать, потому что набрали с кофе этой машины. Автомата, хотя здесь в каждом ресторане, в каждом кафе есть кофемашина и делают натуральный кофе. Да, поэтому давайте. Это мы вам покажем. Приятного аппетита. Мы голодные, мы ничего не ели. Да. Карту взяли и идем вон туда. Исследовать эту всю территорию. Этот куда-то лезет. Да, нужно было брать на несколько дней, скорее всего. Мы тут за день еще не успеем. У нас просто совпало, что завтра Ваня, воскресенье, смотри, жираф. И в Египте выходной. Завтра Ванька в садик не идет. И мы решили, что вот сегодня день, ночь и завтра постараемся еще, ну, может быть, до вечера здесь побыть. Если браслеты нам оставят. Ух ты! Здесь будет открыта кондитерская. А здесь будут давать мороженое. Здесь. Опять кофейня, натуральный кофе. Hello. Будете здесь спать? No. Ваня, залазь, это будет твое место. Сфоткал. И давайте выйдем все-таки на этот аквапарк. Ваня уже кричит, хочу в детский клуб. Здесь какая-то ленивая река, Ваня, смотри. Это же ленивая река или я что-то путаю? Давно хотели в этот Неверленд, еще с прошлого года, но как-то вот постоянно не получалось у нас. А тут вот все сложилось. Это только очень малая часть. Вот детских горок. Это, скажем так, старая часть. Вот новый Неверленд, там дальше. И вот такие вот бунгалово. Это же номера, Юль, да? Да. Смотри, как классно. Прям с выходом вот в аквапарк. Что он делает? Он стреляет. Ну, кого-то. Тут вот колоночки, музыка играет. Люди сидят вот в своих номерах. Интересно, какой же нам номер дадут сегодня, Юля? Что здесь по программе? Давай посмотрим программу. Здесь Sunday. Программа Jungle Aquapark и Лейла. У нас Saturday. Сегодня нам что смотреть, суббота. Эту или эту? Да все, мы можем туда и туда ходить. Fruits Festival в 11:30. We will start from Aquapark. А где это Neverland Show? Это будет вечером рассказываем. Здесь каждый день по умолчанию, да, здесь происходит? Да. Даже нету расписания. Ванька прям не знает, за что ему хвататься. Ваня хочет детский клуб, рвется. Вот лучше бы ты так в садик рвался. Да, да. Вот, опять же, жирафы. Посмотри, сколько здесь жираф, Юля, везде жирафы. Я, если честно, вообще не могу понять. Я не ожидала такого масштаба, честно. У нас в Хургаде. Что у нас есть такой классный отель. А мы были в этом, в аквапарке, помнишь, на Тенерифе? Ну, на Тенерифе, конечно. Но там, может быть, горки были покруче? Ну, это ж не отель, это аквапарк. Ну, а да. Здесь ты и живешь, и кушаешь. Ну, да. Нам же надо обследовать территорию, узнать, потому что здесь очень много разных развлечений. Чтобы мы потом, пока у нас есть время, да, чтобы потом мы могли прийти уже, да. Мне кажется, мы здесь не последний раз. Я думаю, это да. Это наше предварительное знакомство, так, знаете, прелюдия. Вот опять жирафы. Нет, что тут, смотри, везде жирафы, слушай. А вот, смотрите, что это такое? А это что такое? А, это большой супермаркет. Супермаркет? Да. На территории? Лодочки, да, но они сейчас, наверное, не работают. Мы сейчас узнаем, когда они начнут работать, и обязательно придем. А, это вот эти лодочки, да? Да. А, что-то тут здесь подкрашивает параллельно. Вот сейчас в 10 часов откроется Неверленд, правильно? И люди придут, которые придут по просто в аквапарк. Просто в аквапарк. Да, по $50 взрослые. Здесь вот полотенечко, вот лодочки. Давайте узнаем, во сколько лодочки
10:30? Конечно же, на территории есть клиника и аптека. То есть это целый город со своим аквапарком, с клиникой, с торговым центром, с магазинами, с отелями. Все здесь есть. То есть мы вот здесь, получается. Где? Покажи. А нам куда? А нам мы просто гуляем пока. Вот здесь начинается аллея ресторанов. Они все работают, то есть это не, ну как, не а-ля карта, а... И мы вот этим все. Можем сейчас в любой заходить. Все рестораны открыты. В каждом ресторане своя особенность. Что-то повторяется, что-то нет. Вот, например, ресторан таджин, по-моему, арабский. Так, ресторан таджин. Мне кажется, в этом таджине людей побольше. Ну что, наверное, рядом аквапарк. О, здесь большая очередь за омлетами. Опять же, фрукты. Ну, в общем, ничем особо не отличается. Но, друзья, здесь нету натуральных соков. Да, ребят, соков здесь... Похоже, нет. Вот, ребятки, следующий ресторан называется Zum Kaiser. А вот у кого-то день рождения, здесь поздравляют. Детки на самокатах гоняют, и у нас тоже самокат, мы его взяли. Ваня, Маша и Медведь, смотри, только... А, вот и Маша, я думаю, где же Маша? Она такая маленькая. Вот кто-то говорил, что это не медведь, что это медведица. Юля говорит, что это медведь, она точно знает. А, вот. Медвей, это там будет, по-моему, такой тоже променад с разными каруселями вечером. Окей, ладно, давайте туда дальше идем. Здесь у нас верблюды пошли, овечки. Друзья, еще один ресторан. Не знаю, как правильно это прочитать, вот название ресторана сами, напишите в комментариях. Вот, ну, в общем, еще один ресторан. Я уже устал в них заходить. Боже, ну детей много, какое счастье. Мы были вот в отелях Grand Hotel, были в отелях Пирамиса, ну там вообще было грустно с детьми, а здесь вот, пожалуйста, этот довольный вроде как. Вот здесь карусельки детские. Вот как вот это все успеть, друзья, как все успеть здесь обойти, вот, вот как, ух ты, здесь Ваня, Микки Маус. Целая зона каких-то аттракционов, и там горки. Вот это улица Midway Street. Что у нас на этой улице? О, смотри, на машине. Вот, 4 года. 4 года можно. И трех тоже, но с родителями. Ване можно. А вот 4 года можно. Здесь нельзя. Здесь нельзя. Здесь можно. Вот можно 4 года. 6 лет. О. Сюда. А, это какая-то просто... И там нельзя. Все нормально. Что-то можно. Ваня, 50 на 50 где-то в среднем. То есть нас вечером ожидает эта каруселька. Вот здесь нельзя. Neverland Market. И вот сюда тоже можно. Да, как арабы, 6 лет. Здесь будет сладкая вата. То есть детвора, знаете, как вот отдыхают, катаются, вышел, себе сел, покушал ваты, там выпил какой-то коктейль, обратно пошел на свои горки, попрыгал. Так, солнце начинает припекать. Уже 10 час утра. Египет. Начало октября все-таки. Минимальный возраст 4. Вот, вот сюда мы его посадим. И детский картинг. Ну, это с родителями, скорее всего. А, вот видите, велосипед.
Это, наверное, бесплатно, да? Или как? Вот это должно быть бесплатно. Есть еще свой паровоз. Вот это Мидвей улица, да? А вот это вот Лейла отель. Везде есть такие карты. А мы здесь, да? То есть нам получается... Вот это большое поле с машинками. Картинг, да? 46. Бамперка, да, вот оно. Окей. Становись уже. Вот вы посмотрите, какие масштабы. Вот, вот эта улица, мы ее только что прошли, она такая длинная. Вот. И здесь, наверное, происходит анимация Лейла, да? Наверное. Да. Сцена, стульчики. Юля, он даже открыт, ты представляешь? Ну, так 10 часов уже. Не, вообще, в принципе, открыт детский клуб в отеле. Ты понимаешь, что это значит? Ну да. Нам последние, сколько, Давай, два отеля. Снимем. Ой, ты информация. Что здесь у нас? Мини-диск в 20:00. Family Day какой-то. Детская. Fruit Festival Workshop. Это сегодня? Family Day. Не первый раз уже. Давай, заходи, Ваня, пошел. Не стесняйся. Hello. Hello. Русскоговорящая это мы девочка. Здесь, да? Объясняет, что они будут сегодня делать. Угу. Ага. Хорошо, спасибо. Они сейчас. Там будет какой-то фрукт-фестивал, да? На какое-то шоу. Ага. Интересно. Все, друзья, ребенка оставили. Вот таким да. Хорошие родители. Так он сам. Ну, он сам рвется, реально, честно. Вообще. Вот сам просится, хочу в детский клуб. Вот что там, какие-то игрушки обычные, тут такая территория, аквапарки. И не, вот мы не знаем, что нам теперь сделать без ребенка. Представляете, не за кем бегать. Сейчас пойдем возьмем, может, так? Вот там попробуем взять велосипеды и поедем в какую-то кофейню. Вот, пожалуйста, выбираем любой, ребят. Вот этот, берем желтенький. С виду новые. Берем на двоих. А тут еще есть на, вот, пожалуйста, на четверых. Ой, и спереди горячий. Можно детей посадить. За руль велосипеда. Горячая. Ты что, меня пугаешь? Давай задний ход. Давай, Юля, давай назад, назад. А, нет, задний ход не работает. Да? Ну, окей, разворачивайся, давай. То есть заднего хода здесь нет. Я могу только крутить педали, понятно? Вот это стоп. Едет он только вперед, работает только один руль, вот у меня. Юля... А здесь сидит ребенок и типа... Не, ребенок может сидеть здесь. Юля для мебели, просто будет держаться за руль. Нет, не для мебели, я не, могу Не, ну ты будешь крутить педали. А я буду управлять этой махиной. Давай, все, давай. Садимся, поехали. Просто взяли? Да. И поехали. Мы переживали, что нам не дадут, потому что у нас комнаты еще нет. Ну, тут никто не смотрит за этим. Берите и катайтесь. Класс. Я поворачиваю. Вот Ваня даже на этом не захотел кататься, а побежал. А он не знал, что мы поедем на это? Нет, я ему говорила, пошли да? покатаемся. А? Он, нет, детский клуб. О, да так интересней. О, вдвоем, да? А если я не кручу, то жена может только одна крутить, смотрите. Мы можем крутить по очереди, нет. чтобы не уставать. Мы да, можем ладно. Крутить вдвоем, и тогда быстрее. Так, а здесь вообще... есть какие-то правила дорожного движения, интересно? Ну, наверное, мы. Ну, смотри, мы едем по своей здесь дорожке. Здесь же правостороннее движение. У нас справа отель Лейла. Там я вижу детский аквапарк уже включили. Вот, едет, смотрите, автобус спереди. Вот кто кого. Мы просто сдаем правее. Так, давай, да. И вот, кстати, вот этот автобус. Запоминайте, где. Возит людей на пляж. Но я думаю, он забирает по всему отелю ездит, знаешь как. Я не знаю, успеем ли мы показать пляж. Нам бы разъехаться с этой махиной. Ого, плотненько так. Hello! А я тут кручу руль, как будто у меня что-то работает. Интуитивно, мать, крутит. Водитель. Вот. How are you? Ускоряемся. Вот жалко, что здесь одна только скорость, да? Сейчас бы хотелось бы как бы... Жалко, что тут нету электрического такого. Какие-то интересные домики пошли. Может, нам такой дадут, Юрий? Ой, ну так далеко, ты что? А мы себе велосипед мы поставим возьмем возле вот этот дома. Велик и будем на нем ездить. Он будет возле нас стоять и все. Припаркуем. Да, только нас его заберут. Я думаю, как это ответишь? Ну, кстати, вариант. Если у вас так далеко корпус, берете велосипед, паркуете.
Можно было бы взять еще завод этот это велосипедный, понимаешь? Это очень старый. Да, ты думаешь, а вот смотри, как классно. Нерабочий. А это тоже? Вот, справа. Да, здесь хорошо. А вообще утро начиналось у нас так себе. Таксист заехал на заправку, потом его остановила полиция, потом они... Что-то он платил какой-то штраф. Было. Что-то мы стояли, долго разбирались. Мы уже даже расстроились. Ну, вроде как все наладилось. Туда можно пойти. И там какие-то горки. Ну, мы до Неверленда еще не доехали, правда? Ты мне скажешь, что такое Неверленд. Ну, этот аквапарк новый. Неверленд, как по мне, это и есть. Вон он, новый аквапарк. Да. Как туда заехать? А вон дорога, мы сейчас заедем. Да не, нам туда нельзя. Можно, можно. Если никто не запрещает, значит можно. Ну как это? Ну просто, смотри. Опа, что ты залазил? Жена уверена, что нам нельзя туда, но мы слегка проедемся. Вау, там Ваня зря ушел. Вот, друзья, ушел, это Неверленд. Зря Ваня ушел в свой детский. Посмотри. Мы сейчас попробуем сделать какой-то круг. Главное не свалиться отсюда. Вот это тормоз. Я понимаю, но... Смотрите. Давай просто выйдем. Смотрите. Не-не, мы не выйдем, мы поедем. Мы по-модному поедем. Сделаем круг вокруг этого Неверленда. Можно попросить, чтобы мы жили здесь, кстати. Ну, конечно. А если нас спросят, где вы хотите жить, где бы ты хотел? Тебя часто спрашивают, где ты хочешь жить? Ну, иногда спрашивают. И что, мы последний раз сказали, будете жить возле бассейна. Ты жила возле бассейна? Вау. Давайте туда поедем. Вот, пожалуйста. Здесь зона релакс родителей. Наш Ваня, наверное, просто не знает, от чего он отказался. Ничего, ничего. Ваня успеет здесь побывать. Мы сначала все изучим, чтобы знать, куда его это переводить. Это конкретно для маленьких зона. И она очень большая. Миллион горок, я не знаю. А корабль не работает. Что-то он так как-то грустно стоит. Это какой-то... Ничего не работает, там же можно заходить. Унитаз или что-то такое. Главное рулевать. Да. Кто-то здесь живет? Ну, это будет далеко от ресторанов, то есть... И вот бассейн. Ну да, бассейнов тут. Возле, наверное, каждого корпуса есть рядышком бассейн. Это с учетом, друзья, что мы живем в пустыне, и у нас вода за один куб стоит в нашем комплексе почти $2. Сколько тут кубов? Ну, в принципе, мы все объехали. Уже более-менее становится понятно. Так, да? Юль, тормози. А, я? Пип-пип. А, у нас есть пипилка. Пип-пищалка. Сори, сори. Да. Вот видите, как мы пипикаем. Thank you. Снимай. Вау. И вот здесь Вано будет сегодня после обеда уже гонять, мне кажется. Это самая большая детская зона, которую я видела. В которой Ванька был точно. О, я там тоже да, с удовольствием. Кстати, действительно, не было такого в Тенерифе, не было такой большой зоны. Не было, не было. Вот эти горки пока не работают, видишь? Как это работает? Ну, вода льет. Вода не течет. Вот здесь, смотри. Ну, на желтой течет. Тормози, тормози. А здесь чуть остановимся. А там что-то ремонтируют, что-то. Что-то здесь не работает пока. И вот, а, это этот. А, на доске это можно. Серфинг. Серфить. Прикинь, да? Можно научиться серфить. Блин. За целый день. И вот так вот. И вот здесь какие-то горки. А это кафе, аквапарк. Можно здесь кафе посидеть, не хочешь? Ну, поехали, заедем. Кафе аквапарка. Ребятки, нас таки развернули, но мы успели почти все проехать. Да нет, мы все проехали. Вот сделали, мы здесь заехали, сделали полный круг вокруг нового аквапарка Неверленд. Неверленд. И вот какие-то горки, которые... А, работают. И вот они все работают. Посмотрите. Класс. Видео, да, она. Вот еще какая-то лазалка. Поворачивай. Ее делают, скоро будет готово. Класс.
Так она тоже водная будет. Да? Да, супер вообще. Ничего себе. В следующий раз приедем, и будет очень много, наверное, разного. Давай, мать, газуй. Что ж ты прям на эту наезжаешь? Да-да. Я еще габариты не понял. Это вот вид сзади этого аквапарка. Здесь плюшки можно поднимать на лифте. Вот здесь лифт. Мы только что увидели, как люди зашли и поднялись наверх. То есть не обязательно, вот видите, это лифт красный, тащить туда по ступенькам свои плюшки. Очень удобно. Очень. Вот просто зашли в какой-то двор. Свой двор. Бассейн, вокруг вот свои бунгало. Такая декорация, как под бамбук. Тайгер. Тайгер. Наверное, называется зона тигров. Компаунд тайгер. Зона тигров. Вот свой детский бассейн. Да, и в каждой такой зоне свой бассейн. Очень удобно. А там уже аквапарк. Да, вот один аквапарк. Вот, наверное, новый, а да. Вот старый аквапарк. Вообще, такое хорошее место. А вон, видите, Kid Cinema. И вот уже ресепшн. А, вот эта ленивая река заработала, смотрите. Да. Так, друзья, ну мы пришли снова на ресепшн, сейчас будем получать номер скоро. А вот смотрите, видите, там людям рассказывают про экскурсию, слышу Люксор, там пирамиды. Ресепшн? Ага. Yes. We have 4 restaurants here. Yes. And we have 5 restaurants here. Yes. We have 2 аквапарк. Два аквапарка. Один здесь аквапарк. Big аквапарк. Neverland, yeah? This is Neverland City. Лейла. Это Лейла. Это джангл. А вот из это? Water valley. Can you advise which room is best? How do you think? Mahmoud is giving you very good room. It's Tiger. Tiger? It's downstairs and the good view and the new area. In the center of the New area, yes. You see. But aquapark here, yes? Aquapark here and here. Here? Aquapark. One aquapark, big aquapark here and another aquapark here. Look here. Это недалеко. Раз сюда сходить. Так, друзья, можете отсканировать вот этот штрих-код, и там будет вся информация об этом отеле. Ну что, мы пока ждем Махмуда, ждем свою комнату. Это вот оно все. Да, да. У нас есть волшебная визитка. Но мы вам не скажем, откуда она. Не знаю, насколько она волшебна. Да, сейчас все узнаем.